Здравствуйте, это наш первый видеоотчет. Хотим выразить слова благодарности Давиду. Спасибо большое вам, Давид. До этого наш сыночек не мог сам надеть носки. Теперь мы видим, наблюдаем такую картину, что он то снимет, то наденет, то снимет, то наденет носочки. И это сразу после первого сеанса. Также стал очень долгий контакт глаза в глаза. Смотрит очень долго и смотрит, что-то говорит, и смотрит очень долго. То есть, понимаете ли вы меня, что я имею в виду, что я хочу вам сказать, что хочу до вас донести. Также словарный запас очень сильно пополнился. Прям очень много начал говорить. Стал говорить предложениями. Если раньше он говорил одно, допустим, хлеб, вода, там, игрушки, спать, больше всего, такого не было. А сейчас же он говорит, я хочу спать, я хочу есть, все, что он хочет, все, что он хочет выразить по своей бытовой потребности, он все это говорит. Также стал более активным. Неделю назад мы прошли ПМПК. У нас был под вопросом раз. На ПМПК сказали, что раса у нас нет, есть ЗПР, но это ничего страшного, это все лечится. Мы верим, что благодаря Давиду мы полностью выздоровеем, все у нас будет хорошо. Ну, мы очень рады, что познакомились с Давидом. Очень светлый человек, всегда помогает, поможет советом. Вот, спасибо большое, Давиду.